А вон арестованные. ИК-22. Вот арестованные. Та же система, которая работает везде, во всех колониях. Стоят в курилке люди. Головы опущены. Кто-то что-то там объясняет. Мы видим, руками четки крутят. Видать, активист. Два, четыре, шесть, восемь, десять, одиннадцать, где-то человек 12. Это карантин? Ага. Нет, это пятый отряд, режимный отряд. А, вот он, режимный отряд, короче. Нет, пятый. А где карантин? Отсюда мы карантин не увидим. В этом отряде постоянно всех бьют. В этом отряде всех бьют. А вон там что за отряд подальше? Где? А вон туда, если по плацу идти, вон они стоят кучкой. Это, наверное, третий или первый сейчас. Это здесь что-то применило. Ручки у всех по швам прижаты. Издеваются над людьми. Зачем у них так головы опущены? Видишь, ни одного движения, сколько стоит, ни одного, не пошевелиться, ничего, боятся все сделать. Конечно. Даже не почесаться никто не может. Вот вальяжный идет походочкой. Где? А вот, видать, завхоз. Полосок нету на робе. Смотри, что делают здесь, походу. Не бьет, ничего. Смотри, что-то прямо это. Нагнул его. Ага. Что ж это за осужденный-то такой? Дерзкий. Видать, вся грудь в медалях. Скоро по УДО выйдет. Нет, а что он делает там? Смотри. Он его посадил, короче, на корточки, неизвестно. Вот еще один выходит. Тоже весь без полосок роба. Тоже активист. Ходит себе по себе так. Комары жрут. Вон, заставили кого-то собирать какой-то мусор. А они не за что вылезли? Это скучно было, что говорят. Нет. Ты что, расстояние такое, конечно, или нет? Надо ждать, пока сейчас нахуй поверка, пока они побегут. Садник у нас будет. Пальчиком сейчас что-то кому-то показал. Слышу, как матерят? Я слышу, как их матерят, но я не знаю. Вот они побежали все, видите? Все передвижения бегом, руки прижаты, голова опущена. Все это кто делает? Вот этот человек, активист. Сегодня какое число? 28-е, по-моему? Нет, 26-е, 27-е. Даже 28. 27? Да, 27. 07 2018 года. А вы говорите, нету актива нигде, ни в одной колонии.
Ну, побежал. Кто побежал? Один там побежал. Куда-то его отправили. Вот, вот. Ловит песню, пожалуйста. Давайте начнем. Выкуп пока. Да не, не, нормально. Вот здесь корпус больше. Работает? Да, да, сейчас, подожди. Не, вообще пока не много. А, вот тут имеешь в виду ответ? Который? Я вот в этом отряде был. И в этом был. Это во всех был отрядах, там это. Где-то тут лапал. Я был на про этом напряжении тут. Не списывали нахуй на пытки сюда. Пятый отряд. Вот они не тронули меня, правда. Побоялись. Этот человек, который издевался сейчас над всеми, заставлял их песни петь, стоит, курит. Все остальные стоят с опущенными головами. Нормально это все увеличил? Да, я их нормально там увеличил. Можно, можно. А? Да, я знаю. Я шлагу снимаю, по-моему. Ну, нормально, да, но увеличил? 70 крат. Это сколько? Ну, бирку, конечно, не разглядеть, но так лица видать. Ну, это вообще ништяк, так ништяк, вообще ништяк. Вон, дали покурить кому-то, все остальные стоят. Одному. Ну вот смотри, что это он так идет. Что-то заставляет, увидишь, наверное, на этих. Передвигается так. Который и на этих сидит на картах. Его заставили там что-то собирать. А, собирать заставили? Да, какой-то мусор или что. Ну, видишь, бегом, бегом бежит. Вот, бегом, бегом, ага. Что вы сигарету раздает, а? Не по это тебе. Так, время сколько? Еще пол пятого. Смотри, он вообще не встает. Пузырь. Разрешили голову поднять. Потому что шеи затекли, видать. На нас не смотрит? Нет. Глаза закрыты у них. А, глаза закрыты даже? Да. Голову подняли, а глаза закрыты.
буду. Жалко, мы не можем услышать, что они там говорят. Ну вон одному что-то башку нагибает. Что башку? Одному сейчас подошел, голову нагнул, такой чисто ходит там это самое. Ну а так не бьют, да, никого? Нет, пока. Ну они, видишь, они в основном бьют в бараках. Конечно. Ну иногда бывает, что и здесь. Посмотрим сейчас. Свиньи визжат, что их там режут, что ли? Режут, наверное. Ну видишь, смотри, активисты сидят в этих на лавочках. А все остальные стоят курить. Да. Вот она, лавочка актива. Угу. Ну так, в принципе, во всех окажется.
Ромашка жрет сильно. Уже прошло минут 40, а они все стоят вот так вот. И так целыми днями вот стоят. Осужденные, которые первый раз отбывают наказание. А вот, видать, активисты колонии. Робы без полосок у всех. Перезвони, ты не понимаешь? Я перезвоню, сказал. Вот один уже еле бежит, хромает. Вон одного что-то с пальцами. Что такое? На руках. Пальцы перебинтованы. Набили по пальцу. Ну так хорошо, у него не перебинтованы, два пальца. Один указательный, один большой. На руках. Пойдешь туда, сидит на обрыв уже. Так, есть самый такой. Мишка, представляешь. Раз, два, три. По щекам, смотри, нахлопал сейчас. Ты видно это? Да, я это заснял. К нему подошел, что-то ему там рассказывает, рассказывает. Кто кому нахлопал? Вот он за ухо его теребит, этот активист. Да, 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 это вообще все видать.
Я не пойму, они что, сами картотеку свою делают? Ну, ходит с каким-то листочком. Что-то зачитывает всех.